Итак, мои дорогие друзья, сегодня мы с моей дорогой женой гуляли по пляжу и нашли бутылку. Вот эту самую бутылку нашли. И знаете, что там? Давай ты. Нет, давай ты, дорогой. Какая разница, кто скажет? Ну ладно, давайте я. Ребят, и мы там нашли карту сокровищ. Да, вот они, замечательные сокровища. Итак, сейчас я расскажу своим детям, и они так обрадуются, и мы пойдем их искать. Итак, дорогая, вызови детей. Хорошо, мим. Сейчас они вообще обрадуются. Дима, чего они куда убежали? Непонятно, а? Ну где же они? Папа, ты что-то хотел спросить? Так, а где компот? Где карамелька? Они играют во дворе. Что ты хотел, пап? Так, быстренько всех зови сюда. Я нашел карту сокровищ. Да не может этого быть. Да-да, представляешь? Нашел на берегу бутылки. Я бегом за ними, бегом, я приведу. Давай быстрее. Итак, все в сборе, да? Мы с мамочкой ходили по берегу реки и нашли бутылку. Вот эту. О, здорово как! Итак вот, мы в ней нашли карту сокровища. Сейчас я вам покажу. Вот она, карта сокровищ. Итак, детишки, мы отправляемся с вами искать клад. Надеюсь, он будет классный. Там будет много-много пирожных. Очень вкусный и полезный. И вообще, и не полезный, и полезный. Давайте лучше там будет что-нибудь такое красивое. Давайте там будет красивые камушки. Или же пускай там будут красивые бантики. Ну ладно, отправляемся в путешествие. А что там будет? Ну, это будет сюрприз. Ну все, вперед, детишки, пойдемте. Пойдем, бабушка. И тут в карте сказано. Сейчас посмотрим, что тут сказано, куда идти нам. Сейчас я размотаю. Вот так вот. И тут смотрим, что куда нам идти. Нам надо пройти через лес, через дома, через водопад. И пойдем на место. Ну что, ребятки, вы готовы? Да, папочка, мы готовы. Итак, вперед, мои дорогие котятки. Дорогая, ты с нами? Нет, я пойду наверх, приготовлю вам кубы и дорогу. Я не пойду по лесам, по дворам, по всем таким. Не люблю я это дело, я лучше возле плиты постою. Я не буду лишний раз вам мешать, и побузой вам не буду. Я пойду только иду. Отказалась, ну и ладно. Так, книжки, вы готовы, мои котятки? Да, бабочка, мы готовы. Миу, 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 миу. Вперед, на поиски приключений. Йоу. Ой, бабочка, так страшно так. Детишки, шагайте за мной аккуратненько. Здесь вообще ничего страшного нет. Здесь не такая большая высота, как вы думаете. Не большая высота. Вы только не бойтесь, котятки. Мы все равно сможем отыскать клад. Шагайте аккуратненько за мной, аккуратненько. Какой-то шарик непонятный. Папа, ты где? Я здесь, сынок. Прыгай вниз, прыгай. Хорошо, я сейчас прыгну. Поймайте меня. Тут вода внизу, ты не разобьешься. Хорошо, прыгай. Как страшно. Ой. Мы с вами прошли водопад, скалы, дома. А теперь самое сложное испытание, ребятки. Мы должны где-то здесь недалеко увидеть дракона, охраняющего. Что? Что? Не слышу? Да. Сокровища, охраняющие сокровища. Так, мои котятки, вы готовы? Да.
Впрочем, они очень страшные и очень-очень злые, поверьте мне. И я не боюсь их, не поймите меня неправильно, но я никогда не боялся драконов. Папочка! Ой, папочка! Что, мои котятки? Обернись, папа! Я ничего не боюсь, что там оборачиваться. Не надо оборачиваться, зачем? Ну, папа, обернись, какой еще страшный, это, походу, дракон. Не может это... Кто такие? Я спрашиваю вас. Я папа кот. Это мои котятки. Пожалуйста, так ешьте нас. Мы просто прогуливались. Мы никого не ищем. Никаких сокровищ. А что вы делаете на моей территории? Дяденька дракон, что тебе, мелкий? Да мы просто так искали сокровища. Да? Не было гостей. Заходите, конечно, я вам все сокровища покажу. Хорошо, мы сейчас пойдем. Пап, не бойся, он хороший. Я не боюсь, никого не боюсь. Ну что, пойдемте, мои дорогие друзья. Мой дом, где у меня сокровища. Давно у меня не было гостей. Хорошо, мы к вам. Со своими родителями.